я считаю, что пока муж хочет детей, надо рожать. Потому что это же великое благословение, когда мужчина хочет детей. Потом жалеть будете, что не родили. Восстановитесь. 3 года – это уже хороший срок, чтобы восстановиться. Ну, может быть, как-то в этот раз, я не знаю, там, как-то по-другому пусть беременность протечет. Может быть, больше там, заплатите каким-то врачам, чтобы это было не совсем так неприятно, потому что я знаю, как сегодня бывает, может быть, роды платные возьмите себе, может быть, как-то обезбольте себя, но я не знаю, питайтесь правильно, отнеситесь к этому по-другому, чтобы это было больше праздником, а не болью. Потому что можно даже рожать по-разному.